Вітаю! Ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. З вами, як завжди, я, Наталія Гейман. І темою нашої прес-конференції є святковий день, День бухгалтера, який відзначають сьогодні в Україні. Як це працювати з грошима, ми дізнаємося у головної бухгалтерки однієї з дніпровських компаній Ольги Дмитренко. Доброго дня, пані Ольга. Добрий день. Вітаю вас з цим святом. Не знаю, що бажають бухгалтерам, але чисто так от по-людськи я вам бажаю міцного здоров'я і, напевне, успіхів у вашій роботі. Дякую. То розкажіть мені, будь ласка, що ж це за робота бухгалтера? Що це таке? Що це таке? Ну, наверное, в первую очередь, интересная работа, и я целенаправленно выбирала эту профессию, и работаю бухгалтером уже 20 лет. Очень интересная профессия, не дает ни на минутку скучать, потому что специфика профессии в том, что постоянно надо учиться, потому что меняется законодательство, меняется учет. Специфика такая, что все время надо мониторить законы, новшества, минимизировать расходы, оптимизировать налоги. Очень интересно, интересный коллектив. Я работаю главным бухгалтером, у меня в подчинении 12 человек. На предприятии уже работаю 15 лет. И расту профессионально с предприятием. Мы уже выросли с 20 человек до 100. Это очень интересно наблюдать. У нас производство. Естественно, специфика работы, бухгалтерский учет тоже специфический, иногда тяжелый. Ну, интересно, обучаюсь, и ну, вот так вот как-то. Скажіть мені, що от ви говорите, що ви навчаєтеся, все змінюється, постійно якісь, ну, вам не сумно, да? Що нового може з'явитися в бухгалтерії? От мені як людині, да, я філолог, мені це від мене це далеке, і я не знаю, що може змінитися в бухгалтерії, це ж цифри. Цифры, да. Ну, интересно, вот я когда пришла работать, был сухой бухгалтерский учет. С каждым годом, проходя и, соответственно, обучение, добавляется и управленческий учет, какие-то новые схемы. Интересная работа. Сейчас у нас одно из направлений, в которое я вот углубилась, очень интересное направление. У нас собственники... Мы создали общественную организацию, называется Агентство развития Сечеславщины. Мы только новенькие на этом поприще. Я прошла обучение на очень интересную тему залучення дотаційного фінансування від фондів Євросоюзу. Дуже цікава тема. Как оказалось, почему-то наша страна и наши люди и предприятия не знают о том, что можно воспользоваться европейскими деньгами, европейскими фондами абсолютно безвозмездно на какие-то нужные для нас моменты. Это и развитие предприятия, и обучение сотрудников. И сейчас мы готовим проекты, которые... В первую очередь, даже один у нас уже маленькая победа была, мы помогли предприятию, у нас есть на территории Днепра представительство фонда банка ЕБРР, которое помогло и компенсировало расходы предприятию на маркетинговые исследования в размере 50%, это была довольно-таки немаленькая сумма, в районе 100 тысяч. Поэтому вот мы направляемся в этом русле. Потому что хочется, и, к сожалению, наши предприятия, предприниматели не знают о такой возможности, которая очень нужна нашей стране, потому что, к сожалению, от нашего бюджета, от наших налоговых всех нагрузок помощи нет, поэтому вот такое вот есть направление, которое очень интересно. Яким має бути бухгалтер? Да? Які мають бути людські якості і професійні? Людина-бухгалтер? Для мене це, в моїй уяві, я завжди малюю, і це людина серйозна, людина без якихось коливань, тверда, і людина, яка, це людина, яка видає зарплату. Наверное, самое главное качество бухгалтера должны бути стальні нерви, тому що це робота з людьми, це... Работа с нашими налоговыми инспекциями, это очень, нервы иногда не выдерживают, поэтому
И, конечно же, ответственность и понимание вообще, что ты работаешь с деньгами, и любая твоя какая-то, не дай бог, ошибка, то это приводит, ну, к потерям финансовым. Поэтому внимательность, желание вообще работать и любить эту работу. Самое главное, чтобы оно тебе нравилось и приносило удовольствие. Ну, это однозначно. Ну, бухгалтерія – це виключно гроші, чи це ще щось? Ні, мабуть, не виключно гроші, а це, мабуть, настільки різнопланова робота, тому що, ну, от зараз я працювала, ну, довгий період головним бухгалтером, зараз вже фінансовий директор в моєму підчиненні, і бухгалтера, і економісти, і фінансисти. І в силу своєї роботи приходиться вникати, навіть, ну, не углублено, звісно, в такі питання, як і производство, і закупки, і менеджери, щоб розуміти, де можна зекономити. Зекономити і промоніторити лишній раз, може, і менеджерів, і, ну, цікаво, не тільки гроші, а вникати, як кажуть, в процес НРК, в кожен процес роботи. А складно працювати з грошима? Це, ну, по-перше, це спокуса, по-друге, це велика відповідальність. Відповідальність, да, спокуса, ну, в моєму случае, конечно же, нет. Я ценю своих работодателей, и у меня зарплата моя зависит и от прибыльности предприятия тоже есть процент, поэтому я в первую очередь заинтересована, как можно уменьшить расходы, увеличить прибыль, поэтому деньги большие, конечно, да, и в силу нашей, наверное, специфики налогообложения системы, у нас много предприятий, вот, ну, у нас корпорация одна, а юрлиц, физлиц очень много, потому что есть нюансы, и стараешься минимизировать налоги, потому что, ну, есть нюансы, там разное налогообложение системы, и, ну, по возможности, вот, и в силу нашей страны, к сожалению, очень тяжело работать на крупном предприятии, потому что, ну, много вопросов у налоговой, и были такие времена, когда блокировали работу предприятия. Сейчас максимально перевели в электронный документооборот все взаимоотношения с правоохранительными органами, с налоговыми органами, поэтому мы минимизируем контакты личные с ними. До этого, конечно, было тяжело, потому что можно было себе позволить прийти в налоговую, а тебе скажут, что ты уже не работаешь, ты заблокировано предприятие, и вот, ну, очень тяжело было, поэтому сейчас полегче. Ну, тобто бухгалтери ще мають бути освіченими в питаннях юриспруденції. І в юриспруденції в першу чергу, тому що зачастую ти должен хоча б розуміти, ну, основи якісь, на що ти маєш право, тому що тебе можуть розказувати налогове, що ты должен сделать так, и вот и никак по-другому. Поэтому приходится себя защищать и уже, конечно, ну, в таких самых элементарных вопросах, потому что потом подключать уже юристов, если не получается. Поэтому все ж таки, де, вот расскажите, де навчають на бухгалтерів? Хто випускає спеціалістів? Специалистов, ну, в моем личном опыте на бухгалтеров только опыт, личный опыт, потому что я после школы пришла работать помощником бухгалтера, закончив только бухгалтерские курсы, и опыт вот набирала по чуть-чуть, я сначала была помощник бухгалтера, потом главный бухгалтер, и только на своих вот ошибках, на своих вот проверках, перепроверках самой же себя, ну, набирается вот опыт, и понятно, конечно же, учиться, еще раз учиться, потому что я постоянно прохожу какие-то повышения квалификации, курсы, тренинги, потому что все меняется, все обновляется. То, что ты учил 2 года назад, оно уже устарело, и, ну, только учиться и добросовестно относиться к работе. Тобто ви говорите про, на, там, власний досвід і помилки. Які помилки можуть бути в бухгалтера, крім того, що він може прорахуватися там при видачі зарплати, наприклад? Ну, я зараз про елементарне запитую, ну, тим не менше. Ну, как главная суть бухгалтера сходился, чтобы дебет с кредитом, поэтому вот пока
пока не сошелся, сидишь над ним и кропотливо ищешь, где ошибка, потому что ну, ты прекрасно ну, понимаешь, что это деньги, это отчетность, это налоги, за ними, если налоги что-то не так, это штрафы, и штрафы у нас, к сожалению, тоже не маленькие. Поэтому кропотливая работа, и вот ну, если где-то там цифра не сошла, сидишь, ищешь, и чтобы все копеечка в копеечку сошлось. Шукаєш да, цю цифру, да? Да. Ви зараз говорите про постійні зміни, так? Да. Що це за зміни і наскільки вони позитивні чи навпаки негативні в лотерії? Наверно, опять в силу вже нашого, наверно, страны нашей, наших правил игры на рынке бизнеса, в первую очередь, они не идут во благо предприятиям, предпринимателям. Нам приходится подстраиваться под то, что уже есть. Ну, положительных, к сожалению, было очень мало изменений. В основном это какие-то дополнительные нагрузки на бизнес, какие-то налоги, где-то нам не дают работать, хотя ну, все вот есть, там минимизируя или объемы, или что-то, или запрещая, вот один был когда из случаев, это когда упрощенную систему хотели забрать у предпринимателей, ну и с этими кассовыми аппаратами, и возлагая такую непосильную ношу на предпринимателей финансовую, которую они не могут потянуть, поэтому, к сожалению, в основном позитивних, благополучних змінень для підприємств дуже мало. Ну от ви сказали про касові апарати. Це я, ну, я розумію, що це негативно вплинуло, да, на малий бізнес, от, зокрема. От наскільки ви можете там, наприклад, ну, по цифрах плюс-мінус? Они пытались обязать предпринимателей, у которых оборот 200 тысяч в год, 300 тысяч в год, это не доход, чистый оборот. Вот ему надо было взять в штат бухгалтера, потому что ну, зачастую предприниматель не может квалифицированно ввести этот кассовый учет и бухгалтерский учет, купить этот кассовый аппарат, который тоже стоил ну, до 10 тысяч. И понятно, что ему легче было закрыться, чем вести свой бизнес, который ну, для него существенный, а для нашего государства он ну, ничто, и ну, я не думаю, что спасли бы эти там 3 копейки, которые этот предприниматель получает. Поэтому ну, тяжело, тяжело, и приходится подстраиваться, выбирать себе налогообложение, это ну, какое-то оптимальное для себя, для работы. Ну, так как и мы большой бизнес, ну, большой, я не говорю, что заявляю, что у нас большой прям бизнес, но у нас производство, ну, тоже тяжело. Даже вот в последних мы производство антисептиков, и тоже были ну, проблемы даже вот с тем же спиртом, который ну, да. Очень проблематично было приобрести. На вашу думку, зарплата бухгалтера на сьогодні, та, ну, в середньому ми беремо, там, можливо, не конкретно вас, а взагалі в середньому, вона конкурентно здатна на ринку чи хотілося б більше? Вы знаете, наверное, зависит от квалификации бухгалтера. Есть, ну, кто знает свои возможности и способности, возможно, на рынке труда, потому что, к сожалению, сейчас на рынке труда большой дефицит квалифицированных специалистов. И я сталкиваюсь с тем, что мы очень долго ищем людей, которые ну, они могут оправдать ту зарплату, которую они просят. К сожалению, вот дефицит кадров. Поэтому есть вакансии открыты всегда, и профессия главный бухгалтер при любой ситуации, предприятия у нас работают, и бухгалтер требуется всегда, ну, что бы ни происходило, грубо говоря. Поэтому зарплата есть она от 10, и ну, есть и компании с иностранными инвестициями, иностранные компании, у которых заработные платы доходят даже до 100 тысяч. Гривен? Да. Від 10 до 100 тисяч. Да. Це... Ну, 10 тисяч – це помощник бухгалтера, ну, без опыта даже могут брать. Ну, чек с минимальным образованием, хотя бы техникум или курсы, этот чек он может всегда себе найти работу. Тобто в бухгалтери можна йти спокійно? Ну, смело, так. Да. На кусок хлеба себе можна заробити. Якщо ти людина відповідальна, вмієш да, рахувати гроші да, і маєш сталеві нерви, welcome. І готов учитися, то, звісно, ну, я думаю, на будь-якому підприємстві є можливість кар'єрного росту, ну, щось міняється, підприємства розширяються, і, можливо, по кар'єрній лісничці. А от куди? От куди бухгалтер може вирости? До кого? Ну, на моєму личному опиті до фінансового директора.
ну, я горжусь этим, и я ценю своих руководителей. Я туда пришла 15 лет назад, просто, ну, главным бухгалтером, но на одной из небольших предприятий, потому что у нас группа компаний, и потихонечку вот мы объединились уже в большую корпорацию, у нас больше 100 человек, и я управляю, ну, штат, может, не сильно большой, 12 человек, ну, объем большой, мне нравится. Это очень интересная работа, и руководство, я думаю, ну, правильно, наверное, если руководство ценит своего бухгалтера, бухгалтер, конечно, ценит руководство и старается экономить и увеличивать прибыль. У нас, ну, постоянно надо учиться, понятно, это бывают дорогие какие-то обучения, тренинги. Ну, на бухгалтері нельзя економити. Дуже слушна фраза. У вас зараз є унікальна можливість привітати всіх своїх колег зі святом, передати їм вітання і побажати. Ну, я не знаю, що бажають, я вже сказала про це, тому бажайте ви. Спасибо большое. Я хочу поздравить в первую очередь свой коллектив. Я ценю свой финансовый отдел корпорации «Эликсир». Ви в мене самые лучшие. Замечательные, мои финансовые гении, люблю вас. И надеюсь, еще долго-долго будем с вами вместе расти профессионально и, в первую очередь, материально. И также хочу всех бухгалтеров поздравить с нашим профессиональным трудным праздником, нелегкой нашей работой, самое главное, терпение железных нервов и фінансове благополуччя. І, звісно ж, щоб дебіт з кредитом у нас завжди сходилися. Дякую вам, вітаю вас ще раз зі святом, щоб все сходилося. Бухгалтер на будь-якій компанії, на будь-якому виробництві – це людина, до якій тішаться принаймні два рази на місяць всі співробітники компанії, тому що вони чекають заробітної платні. І коли бухгалтер приходить, навіть іноді лунають оплески, тому що це людина, яка видає нам заробітну плату, людина, яка тішить наші гаманці. Але, як виявилося, це людина, яка економить гроші компанії. Тому я приєднуюся до всіх привітань. Будьте, головне, здоровими, будьте щасливими. І дивіться телеканал «Відкритий», тому що ми вам розповідаємо не тільки про цікаві новини, а і про цікаві професії та приємних людей. Дякую вам за увагу. Скоро побачимось.